Вы не нужны, мы останемся четверо. Ну, я опять вторые там подождите. Я тут не беседую, но тут надо как раз поговорить. Немножко. Так, Анфиса, подойди сюда. Немного с вами поговорить. А, в вашем деле для вас. Так, проходите дальше. Взрослые здесь не нужны, никто. Все уходите. Батюшка, а освещать овощи так, будем? Да, да, сейчас да, мы да. Подойдем. Завтра сейчас освещаем выйдем. Овощи, фрукты. Я забыл сказать. Вы помните, в прошлый раз я просил прийти к этой тете Люде. Такой материал «Между нами девушки» называется. Людмиле Плет. Кто слышал? Слышала, слышала. Хороший? Материал чрезвычайно хороший. Я даже написал, что я от патриарха я такого не слышал. Как нужно блюсти себя, блюсти, значит, сохранять. Вот в таком возрасте. Потому что сатана, он обольститель, он любой образ примет. Тебе нравится кучерявый, он кучерявый явится. Лена. Тебе нравится богатый, он богатый явится. Зайдет в храм и вот так почесал только за ухом, а ты подумал, что тебя уже манит кто-то. Вот в этом вопросе Священное Писание строжайше предупреждает. В Ветхом Завете это было, а сегодня сохранилось у мусульман. Если девушка не сохранила детство, и это обнаружится в брачную ночь, ее предавали смерти. Читали? Читайте. Это очень хорошо. Это хранят такие, как азербайджанцы, они хранят постельное все после первой брачной ночи вы взрослые. Я с вами говорю, как с теми, которые вышли уже на это поприще рядом. Максим Горький говорит, что может быть 95% девушек в 11-летнем возрасте только и мечтает, как выйти замуж. Это говорит, как считает знаток человеческих душ. А апостол Павел говорит, вас ждут скорби. И апостол Павел говорит не свои слова. Он говорит то, что сказал Господь Бог. Будете иметь скорби, скорби будешь рождать. Это бремя такое. И от этого ни одна царица не избежала. Будь она спортсменка, развитая, то же самое будет. И удачных браков по пальцам пересчитать. Сегодня самые удачные браки только там, где соблюдают заповеди Божьи. А заповеди Божьи – это то, что нам написано в Святой Библии. Я гляжу, вы уже подросли на моих глазах. Родились, ходили, подросли и выезжаете в город. Ты уже закончил университет? Так. Ты учишься на каком курсе? На втором. На втором. А ты где учишься? В шестом классе. В каком? В шестом. В шестом. А ты? В седьмом. В седьмом. То есть уже взрослые. У мусульман в 12 лет выдают замуж. Так что вы невеста, самый настоящий. Сегодня к вам бы, если мусульманин пришел, вы были в мусульманских странах, и родители отдали с 12 лет. В Богородице Иисус был на руках, когда ей было не полных 15 лет. Это рисует ее бабушкой какой-то, это неправильно. 15 лет не полных. Вы должны себя сохранять, потому что за этим смертный приговор стоит. Нигде ничего не делать без молитвы, без совета со старшими. И в первую очередь с родителями и со священником. Это они стоят рядом. Почему и называется отец Иоанн, отец Иоаким. Вот. Я вам советую всем прочитать книгу и посмотреть фильм. Есть такой «Крейсерова соната» Льва Николаевича Толстого. Кто смотрел? Я читала. Читала. Это больше, чем смотреть. Но там Олег, как Янковский, кажется, играет. Это чудесно. Это, говорит, последний народный артист был. Ему дано было. Он это понял. Он это показал. Это, такие люди редко рождаются с такими талантами, чтобы все это описать. Как бывает, что бывает, почему бывает, зачем брак установлен. Это говорит человек с мировым именем. Я вам много не буду говорить, потому что мы молимся вместе, вы в моих молитвах всегда. Но видя то, как мир этот развращенный, Господь назвал его мир прелюбодейный и грешный. Другого имени этому миру нет. Люди этого не понимают, святости брака. У мусульман понимают, у нас нет.
Нет наставления такого, редкости. Есть оно где-то очень редко. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, вы в первую очередь обращайтесь в молитве к Богу. Попросите Спасителя нашего Иисуса Христа, как быть? Апостол Павел: желаю, говорит, чтобы вы были как я, то есть не выходили замуж. Это маленькая была, я замуж не пойду, почему? А дома и так хорошо. А когда подрастает, мысли меняются. Оно не так может быть. А чтобы было так, это надо смотреть Священное Писание. Апостол Павел, когда об этом говорит, выдающий замуж девицу поступает хорошо, а не выдающий — еще лучше. Еще лучше. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Слава Иисусу Христу. Берегите себя. Я передаю жесткий диск. У нас что-то не заладилось. Где он? Что? Что вы передали Петерину, Вите, через мать, на песчаную. Там коробка там стоит. Да, коробки. И флешку для Ольги. Все у нас есть. Это откуда кто? Это электрики. А? Электрики. Электрики? А что у нас электричество? Ну, что ты хоть спрашивать? Посмотреть. Надо этот вопрос решить в ту сторону. Они какой? Просто электрики или начальники? Похоже, начальник. А можно подойти к ним? Пока не ну, надо. Ну, подойди, Ольга. Подождите. Что, поставили домой? Кому? Здравствуйте. Какие столбы здесь стояли. Такие. Может, связь? Да. Несколько слов. Я был на той стороне, где Устиновый. Я-то приезжий. Ну, почетный член деревни здесь. И они говорят, дальше, которая на ту сторону, от этой линии, которая идет, вообще нигде не числится. Так она, это нигде не числится. Как-то надо бы взять, ну, как вот это все. Да уже говорили, уже администрации вот говорили. Ну, а как они, они да, сделать? Да, конечно, будем что-то делать. Ну и все, на том и стоим. Нигде не числится совсем. Нет, там сами проводят, сами там делают. И... Да, эти платят счетчики, все как надо. КТП, ну... Где-то и бы там заморы шло. Ну, подстанция трансформаторная наша. А что это? Линия, почему за счет нас все? Ну потому что она не наша, в балансе. Она у нас, ну поставить на баланс? Мы ее нет. Сами сделали. Еще Чубайс не объединяет? А при чем здесь? Они ее не могут в таком виде, как и есть. Она не по правилам сделана. Чубайса уже нету. Это напишите раз... вам подарить наши визиточки. Так. Очень важные здесь материалы. YouTube. Чубайс ни при чем. И если бы на баланс, допустим, нам взять, это надо, чтобы Алтайэнерго, может быть, взяло бы, но то, чтобы у вас были все документы, допустим, официально. А у вас ничего нет, вряд ли не возьмете. А чтобы, чтобы их сделать, оставил, это... завести на песчаную. Что сделать? Жесткий диск, 2 терабайта оставил. Там что-то не заладилось. Там лежит. И флешку на то место. Ладно. Как всегда, Ольга. Ушел. Так, нам нужно сейчас шифер положить, пойти там, где дальше брали, чтобы закрыть. Сама она никак. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, благослови этот новый виноградный плод, который по Твоему благоволению при ясной погоде через благотворение воздуха и дождевые капли созрел к этому времени. Да послужит он его сок нам, вкушающим его, и радостью, и приношением для очищения нас от грехов, приносимым Тебе со священным святым телом Твоего Христа, которым благословен Ты вместе с Пресвятым Благим, Всеблагим и Вседающим жизнь Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Владыка Господь Боже наш, заповедавший каждому по его усердию приносить Тебе Твое из Твоего, и вознаграждение за это подающий Твои вечное благо, Ты с любовью принявший посильное приношение вдовы, прими и ныне от Твоих раб, здесь предстоящих, молящихся, принесенное Тебе, которого достоит,
принять твою вечную сокровищницу, а принесшему дару все для него полезное и обилие земных благ. И благословено имя Твое, прославлено Царство Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Окропением воды сия священно освящается приношение сия. Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Окропением воды сия благословляется и освящается приношение сия. И Сына и Святаго Духа. Аминь. Окропение воды и Святого Священного Благословения и освящается при нашей мысли. Матери, идите, ваша чашка. Ну, не спи сюда, сейчас. Ну, как сюда. Ваша корзина. Вот, посетили нам. Каждый со своими дарами. Так, поближе подойдите, я кое-что скажу вам. Мне нужна помощь вам. Так, поскорее, сестры, я объявление дам, два важных объявления. Вчера был понедельник, рабочий день. А воскресенье сестра Нина, родная сестра моей жены Надежды, говорит, все заросло тут в усадьбе, ничего не могу делать. Вдова на пенсии, рука сломанная. Я посмотрел работы, я говорю, тут очень много работы. Но на понедельник давай людей собирать. Мы собрались, пришли. Приходил даже Володя Устинов, Валя немножко там побыли. Вот. Спилили все, которые не нужны, клен, все собирали. А у меня в 10 каждый понедельник выход в скайп, разговор по интернету. Там Сергей Козлов с Воронежа людей подыскивает, которые будут там работать. И, ну, важный разговор. И поэтому у меня с собой плешка. А плешка это, она вот такая вот, всего только. Я ее всегда держу с собой. Застегнутый карман, вот эта рубашка. А рубашку только что надел. А какая работа? Свалили деревья, а теперь обрубают сучки. Сучки большие, с них большие остаются на дрова. Это опять. А потом это все надо носить. И мы наносили, это не знаю, метров, наверное, 50. Бруствер получился, утоптанный, 3 метра шириною и высотой примерно вот такой вот. Ну, я несу, когда знаю, здесь у меня всегда только мобильный телефон, а здесь визитки наши, ну и проще. Вот эти-то отстали, сюда заверни. Заверни, чтобы остановились сюда. Никита. Да нет, кстати, нет. Исаки, попроси, чтобы они сюда стали. Да, сюда не стали. Вчера после богослужения... А у меня здесь рукава прикалится все это. Ну, все время тащишь, оно там сухое цепляет, ну прям никак. Ну надо вот такими вот охапками таскать. Я еще ничего не знаю где-то. Надежда Васильевна говорит, ты все добивалась, чтобы починить-то. А я сам вот так вот возьму, да починю как. Не хочу, чтобы возили со мной-то. Ну а тут церковная. Ну церковная, она у меня и на работе тоже. Потому что только что постирала она. Это такая длинная прелюдия к этому. Сказать дальше. Я прихожу домой, из кармана все выкладываю, рубашку, договорился с ней, сказал, никуда, все работа оставь, чтобы у меня рубашка была к утру готова. А потом принеси вечером ее, и мне за скобку-то и засунь, я возьму на улице, я рано закрываюсь. Стал выкладывать, флешки нету, я еще ничего не понял. Сюда, значит, утром мы смотрели, может, забыл я в лагере, а может, днем был у Лены в 10 утра. В голове закрутилось, у Лены там мы просто говорили, нет, в лагере я клал сюда. Но сам себе сознаться не хочу, что я потерял. Вот прошлое занятие было всему свое время. Время разбрасывать камни, время собирать, время терять и время находить. Я потерял. Ну, я и заметался тогда. А почему? Потому что они много и все пароли. Это и YouTube, и Mail.ru, и на форумы, и на сайт. Все там. Это то тайное, что нельзя никому показывать. И вдруг эта тайна я потерял.
Если бы война была, меня обсудили и расстреляли за это. Если бы это государственная тайна, за потерю документов-то. Ну я куда? Метнулся сюда, проехал, все, нигде нет. Надежде Васильевне отдал, там она с рубашкой. И вдруг она в 9, я уже заперся, и она стучит. Через порточку говорю, там, через это, ну не стучи, не хочу я этого. Я уже отошел от этого, у меня свои дела там. Нет, стучится. Я недовольный, раздражился к дверям. Не как Иоанн Кронштадтский говорит, я раздражился, но помолился, и Бог простил меня. Вот у меня такая же история. И вот я не хочу, но дверь открыл, пошел. Ну, я же сказал, рубашка в твоих руках. А она послушная, в этот день суперпослушная. Что на нее напало, не знаю. И вот она показывает, здесь карман у тебя продратый. Мне заменить его или не заменить? Ух ты, вот молодец пришла. Я раз, правда, продрата прям. Но тут был телефон. И когда я носил, я все время застегнутый. Все. Я щупаю вверх. А низ-то я не щупаю. А, ну я говорю, хорошо, что не в левом. Она говорит, а в левом вообще там все оторвано. Я так и обомлел. Потом она говорит, да я зашила. Я говорю, да ты когда шьешь, так вот прошу несколько раз. Два, она говорит, не два, а три прошила. Вообще. Сверх всякого послушания. Здесь вроде бы один. Вот. И вот здесь вот оторвалось. Как оторвалось? Какое место? Да вот это вот так. Ну, представь себе. А она, флешка там и была. Флешка эта лежала. Вот такая маленькая. Вот такой ширины. Белая. И на ней заводского изготовления длинная, как петля, лента зеленая. Но я ее все время закладывал вот в такую вот. Маленький. Вот такой вот. И здесь он разорвался. Я его нитками зашил. Если кто-то увидит, я к вам обращаюсь, приглядывайтесь. Где я с утра был, к Устиновым заезжал, где всех поднял, к Лене приехал, в лагерь все перевернули дома, всю свою вот амуницию, даже не надевал, а то думаю, а мало ли что со мной, а брюки не ложу, а мало ли что. Все, вывернул, на стол нету, осознаться еще не хочу, что я потерял безнадежно. Найти могли бы, могли, кто? Археологи немецкие. Они просеивают тысячи тонн земли, и вот такие вот осколки корчаги древние находят. Ну это же листья, тем более зеленые. И мы таскали. Ну пойдете там, посмотрите, что сделано-то где-то. Сегодня ни свет ни заря, я уже здесь. У них все там. А в ограде мы граблями сгребли и на палатке туда вынесли. Я это разгреб, ветки разобрал, нет. Большое дерево, там кое-как пролез туда, прошел, нету. Где косил я? Под травой, под этой, нету. Написано, не огорчаюсь, а огорчаюсь. Чувствую, что огорчился. Опять же, воробашам сегодня утром рано прошел. Вчера стояли здесь электрики. Думаю, выпало, они подобрали. То есть на голове уже наворачивается. Хоть звони им туда. Да нет, они бы зачем брали-то. Тем более, ну вот она лежит. Вот такая вот. Вот лежит. Ну кто ее будет подбирать-то? А больше ничего мне не видать. И вот я думаю, я вам скажу, я потерял, но сам себе думаю, а что за этим есть? Флешку эту подарил мне Саша Загуляев, она 4 гигабайта. По тем временам для меня это было сказочно большое, 4, а у меня там полгигабайта даже не было-то. Я потерял, а она у меня очень удобная была. Во всех поездках по стране за рубежом она со мной была. На ней столько информации, где нужно скачать, там во Франции только вставил. Где бы мы ни были, в Греции, и везде я вставляю, я вхожу. Здесь ничего нет, я безоружный, стал вот так вот, как на площади, стою. Значит, прошу помолиться, если Богу угодно. И у кого, может быть, лишняя флешка вообще уже накупила, ему большие нужны, по 16, а там по 2 нет. Мне всего-то ничего, там даже один хватило. Тогда, ну, знаете, куда дать. Вот этому коллеге. Это первый вопрос. То есть растеряха перед вами стоит. Обидно, конечно. Так люблю порядок. Все застегнуто было, и вдруг дырка внизу. Меня. А Нина из-за переживает. Это вроде из-за меня. Вижу, утром она на улице там в ветвях роется где-то. Дал, думаю, работу. Она одной рукой еще, другая рука в гипсе-то. Что значит? Я мог не брать. Но я всегда кладу в карман. У меня провалилось в этом кармане, оно в сапоге. Ну, неудобно здесь, у меня другое. У меня все разнаряжено, в каком кармане лежат спички, в каком слуховой аппарат, платочек. Все продумал. Но что ветки будут меня драть и разорвут оба кармана, это я не...
Ну, вижу, наверху нормально, она оторвала внизу. Это нитки, это фабрика виновата, думаю. Нету. Второе. У нас каждое воскресенье идут занятия. Будьте внимательны, сестра. Касается сегодняшнего дня. Сегодня среди недели преображение. 19 августа, преображение Господне. Вот. Воскресенье это мы после наших занятий общих объявленных решили так, каждое воскресенье, когда свободно, чтобы кто-то пригласил свои домашние вопросы во свете Библии как-то решить. Мы, значит, Валя меня пригласила, сестра, там Владимир не захотел, чтобы снимали, и мы передвинулись к Любе. Вот у ней мы были. 11 человек, и батюшка пришел. Вот, разбирали. Кто хотел бы сегодня на какое время пригласить домой, чтобы в домашней обстановке посидели, побеседовали? Ну, у Глушкова нету, дом закрытый. У Любы были. К нам на Скворечник в любое время. Ну, Нянила может пригласить по порядку. У вас гости тем более. Вот. Вы можете пригласить. Пригласить кто хочет, это не обязаловка. И именно решить вопросы, которые более близкие. Потом так по-семейному вместе и помолиться там, ну, хотя бы одну минуту. Поблагодарить Бога. Это сближает людей. Это мне уже дали намек, что ну, вы это-то тоже делаете, собирайте. Ну в этом доме одна баба, она не останавливается, домой уходит. Вот. Кто может к себе пригласить сегодня, желаете? Это второй как бы полувопрос. Сказать, вот назначили мы в 3 часа Кустинова, мы собрались все туда. Не получилось, мы сразу к Любе передвинулись и все. Кто желает сегодня пригласить на беседу домой, после позавтракаем, когда, в какое время сами назначите. А потом это войдет в такой обычай. Обычай много значит. Вот заметьте, обычай. Обычай человек в субботу не ходит на богослужение. Один раз сходил, я не знаю, но в душе он все-таки затревожился. Другой раз легче, третий раз уже отстал, ему все равно. А четвертый раз он уже оправдывает. А что там в субботу делать? Я знаю, человеческая природа такая. Вот где матушка? Вот она привыкла, один раз она села. Она работает как трактор. Ей позавидовать любой может. Но как в храм зашла, она приходит отдыхать. Для нее это антракт молчания. Она сразу села и... Открытый алтарь, не открытый, что она не знает. Она сидит, и в прошлый раз, когда она спала, я ее раз 5 за нос дергал. Вот так подойду, за нос дерну, она глаза откроет, никого нигде нету. Я уже стою, молюсь, она пока глаза-то открывает, но не успевает. Гляжу опять, один раз позволила, а вот сейчас, чтобы поднять, и чтобы ни разу не садилась, как Серафима Гавриловна, которой 88 лет, не 75. Это, увы, не удастся, не удастся. Если привыкли спать днем, один раз лег, второй раз легче, третий раз ложится. И теперь все время жалоба, голова болит, не ложись спать. Я ночные смены имел и днем ложился, голова сразу заболела, я перестал ложиться. Сидя на подушке наклонился, ну сколько надо. Чем меньше человек спит, тем здоровее. Сегодня это по интернету. Виктор Николаевич, скажи, какие данные дают? Ну это ученые какого-то... университета Гильдербейского, даже так, не слушайте, выговоришь. Алло. Установили, что кто спит больше 6 часов, ну там, они говорили, 9-10, смертность среди таких людей высокая. Причем приравнивается к тем, у которых, кто курит табак там и прочее, вот таким вот. То есть это как сон длительный, как своего рода, наверное, наркотик. А кто меньше 6 часов спит, тот дольше живет. Ну и приводят пример таких людей, как Наполеон спал 4 часа, он говорил, что кто спит больше 7 часов, тот глупец. Вот. Ну, Леонардо да Винчи вообще 1.5 часа в сутки, он отрывками такими. Ну и какие они произведения искусств сделали, знаменитые ученые там и так далее. И о христианах сказали, ну там немного, что они боролись со сном, говорит, это не случайно было, что они боролись-то. Вот. Вот это трудно. Если уже ложилась днем, то тебя уже очень трудно, надо краном поднимать. В любом вопросе так. Но как только отодвинулась, я болею, да, болеешь, сядь, наклонись. Не больше 20 минут. Пройдет часа 2, еще столько. Вот этот прерывистый сон самый полезный. Это не кто-то, Леонардо да Винчи говорит, вот у нас костник этот, Елизаров-то, 3 часа всего спал. Вот эти аппараты, которые делают-то. И считаешь, Эдисон, там, электричество открывшее, не больше 3 часов. Арсений Великий говорил, достаточно монаху 1 часа. Мы просто привыкли к этому. И один вопрос. Лена, подойди-ка поближе. В прошлый раз вы очень хорошие
ставку сделали. Мы решили, то есть не решили еще, а так подумали, в воскресенье выезжать в деревни. Ну, Евангелие мы уже не раздаем, но коробку одну будем брать, Новых Заветов. Начать можно с Корчина, с Урывку, каждое воскресенье приглашать с людьми беседовать, отвечать на вопросы. У нас очень красочные визитки, которые я раздавал. Для этого я раздавал, чтобы молились. Я сегодня молился и подумал, Лена, возьми на себя это руководство. У тебя машина есть, сама водишь, 5 человек. В какое время, как. А уже занятия начнутся, тогда дальше будет видно, ну, если сильно заняты. Время-то уходит. Вы знаете, что Донецк вчера разбили по частям, и уже в центре города силовики. Значит, сейчас там рубиловка начнется. Это уже ни для кого не секрет. Человек говорит, выводит, но передают ему, я знаю, с одной стороны, там какая-то царапина, где был, ты за кого? Голосовал за эту, за Донецкую самопровозглашенную республику, да, во двор, и тоже расстреляна, жена, подбери труп свой. Сейчас начнется там расправа. А Донецкий, Луганский, других надо помолиться. И поэтому гуманитарная помощь, которую посылает Россия, это она придет уже в более спокойное место. Когда начиналось, я сразу говорил в интернете, делать этого нельзя. А вот там их преследуют, перетерпеть надо было, это дешевле было. Сегодня уже речь идет о тысячах. Это уже заложено теперь. Моего отца твой убил, я тебя стреляю. А эти, которых называют бандеровцы и прочее, это нам говорят бандеровцы. Это патриоты. По-другому их нельзя называть. А эти по-своему понимали, но отделение от государства никто не потерпит. Что, Чечне дали свободу? В пух и прах разнесли 2 чеченские войны. А погибает мирное население. Да кто на него смотрел, мирное население? Что, смотрели, когда оккупировали Ленинград, и там умирают люди уже больше миллиона, да? Это и хорошо, что умирает, враг-то думает. А здесь колонна идет помогать осажденным. Да кто это позволял, когда осажденным что-то давать-то? Для этого и осада делается, чтобы сдались. Это говорит Писание, в Библии, везде. Нигде этого не было. Помогать осажденным там, да разве допустят? И поэтому там уже расчлененному, кажется, 10 направлений пошли сразу одновременно. Сегодня ночью уже вопрос решен. Все. Сегодня вспомним об этих людях, которые пошли неверным путем. Господи, помилуй, у нас в Донецке близко, там Башкова Елена. Она пришла недавно в православие, очень умная женщина. И она там... Ну, муж говорит, мой идет туда. Почему? Он врач. Он спасает. Ну, не знаю, как с врачами поступит. Ну, спасал, это же не стрелял. Вот. Сын говорит, дочь говорит, я уже в университет не пускаю, дома сидит. Но она еще тогда, когда я до поездки, до нашей. Вот. Сын ушел, где-то поле у них. И думаю, вернется, не вернется. Ну, стреляет подряд все. Снайпер засядет где-то 400 метров. Ты его нигде не видишь где-то. А пульку пустил, тебя нету. И все замолкли, не знают, кто куда, откуда стреляли, с какой стороны. А у русских как, в Чечню стреляли, поэтому вот из этих зданий стоит 2 5-этажных здания. Все, самолеты нажали, вызвали, разбомбили, никого нигде нету. Следующий где? 5-этажные дома. Мы проезжали, уже ничего нигде нет, все строили заново. Грозный, прекрасный город, там такие высотные дома, сияющие, ну миллиарды туда гонят. И прочее. Нам не судить, не оправдывать, нам молиться надо, но... Ни в одном государстве никогда не было, чтобы одобрялось отделение отдельных областей. Попытки были в Америке, в Китае, в России. Были попытки, всегда в пух и прах разносилось это. Поэтому усилить молитву и об этом. Лена, реши для следующего воскресенья. Глянул у тебя ключ в руке, подумал, ой, нашла. Ну, смотрю, нет. Вот она красная, а у меня зеленая. Я попутно хочу рассказать один рассказ. Один юноша полюбил девушку, и сатана сказал, я сделаю все, она тебя тоже полюбит. Ну и заключил договор, это в житиях святых описывается подобное. И он написал бумагу, это подобное, у Лескова даже есть описание это. Ну а дальше-то сатана свое требует. И сын забился, из печи не слазит, везде ему мерещится, он боится. Но отец посоветовался, ему посоветовали так, ты скажи, сын, я не пожалею, заложу хозяйство, но эту расписку выдерну у сатаны. Я выкуплю ее обратно. У сатаны ничего не выкупается, с ним только бороться и поражать нужно. Ну так и сделал. И однажды, когда сын сидит там на печи, то только он об одном думает, душу продал. Ничего не получилось, что я сделал? Он не может выйти, да как? А в это время отец открывает дверь, радостный забегает и кричит, купче, вот она, сын мой, я выкупил ее. Он аж с печи сорвался. Папа, та купчая была желтая, упал и умер.
А он дал ему, ну, белое там, зеленое показал. Я так вот на Лену посмотрел, думаю, нашла. Да нет, у нее красную. Когда ты знаешь эти примеры, то говорим для того, чтобы надеялись на Бога. Что Бог хочет сказать, почему я потерял, может, для кого-то из этого. Для меня это научение. В другой карман ложить, другого я ничего не могу сказать. Она мне все время нужна. Среди дня меня куда-то вызывает, я должен воткнуть и войти в интернет. Вчера я немножко задержал ваших девушек. Взрослым сказал, не подходите отдельно. Небольшое поучение дал, чтобы не было сомнений никакого. Они вам расскажут. Потому что это молодежь. Ни одного шага нигде не делать, беречь себя без воли родителей и священника. И непрестанно молитесь, чтобы жизнь вошла в русло священного писания. А не так, ой, я полюбила, я без него не могу. Сатана все сделает. Какого ты хочешь, кучерявого богатого, он такого представит. Но что ты дальше будешь делать с ним? Что? Ты найди общение душ в Боге, в молитвенном состоянии. Ну а как? Ну как? Павел говорит, выдаешь дочь замуж, хорошо делаешь, но а не выдающий замуж поступает лучше. Ну кому какой дан талант? Потому что не замужество и не женится, это золото. А замужество — это семейная жизнь, это серебро. Но никто не бросает серебро, хотя есть и золото. Поэтому это талант. Семейной жизнью жить — это талант. Златоуст говорит, вышла замуж — превратись в камень. Учить мужа не позволяю. А он не так делает, больше знаешь. Ты совершенно права, сестра, но учить тебе не дано. Как? Ты можешь плакать и молиться. А если он потерял кафедру, он там пьет, то другое, тогда можешь учить. Он с кафедры упал, теперь же жена становится на кафедру. Теперь имеешь право учить, бороться за детей. А если где-то по хозяйству что-то не так, смиренно, тихо, кротко, может быть, ночью на ухо. Это все тебе надо знать сейчас. Но я бы знала, что замужем так, я бы никогда не пошла. Ага, намотала на кулак. Тебе говорил апостол Павел, мне вас жаль, будете иметь скорби по плоти. Ну, скорби по плоти жена рожает, а муж в поте лица, не компьютерные игры, притом день и ночь. Будешь пахать и кормить, неизвестно кого больше, колорадских жуков или семью свою. Вот на сегодня. Кто приглашает? Никого нет, да? Я бы с удовольствием, но у меня так. Места мало. Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, на сколько? Да у меня места мало, говорю, войдут ли все. А коротко, вопрос, во сколько? Знаю, хоть в 11, хоть в 12. Чтобы люди согласовались, во сколько? Ну, можно в 12. 12, согласны? Кто желает, придите со своими вопросами, домашней такой келейной обстановке, приватной, посидим и побеседуем. Я расскажу кое-что вам о празднике Преображения, чего ни один святой отец не говорит. Ни один. Хотя я уже об этом говорил, но что-то еще приоткрывается. О Преображении у меня в книгах моих проповедей, сказанных в храме, много. И мне начинают, а откуда вы это берете? Это так интересно. Ниоткуда я это не беру. Мне просто дано, я вам повернул и сказал, пускай все это знают. А священники узнают. А они знают. Опровергают? Нет, не опровергают. Это нельзя опровергнуть. Никто не знает, что на горе Фавор нигде не написано. А с чего взяли? Ни с чего. Недавно при Преображении говорит, один священник выступает, и видно, что он уже неоднократно по радио, о которой диктор задает вопрос, и скажите там, отец Алексей, а почему именно 19 августа? С чем это связано? Ну, это, знаете, это... Так, подождите. Да, и почему? Знаете, я не могу ответить. Он, значит, кинулся, как всегда, отвечать, а потом попятился, а я и не знаю, почему так. Я как-то не считал об этом. И в общем, не знаю. Вообще так было интересно, она все отвечает, и вдруг простой вопрос, она, да ладно, 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 она его уговаривает. Вот такие неудобные вопросы в домашней обстановке удобно задавать. А вы бы ответили, я бы ответил, но не как он. Я бы ответил. Представьте, у батюшки отец Иоанн Суворов из города Тулы звонит. Сегодня память маковейских 7 сыновей замученных, мать Соломея. И все имена. Откуда кто узнал имена? Где это было? А батюшка, настолько ему надо ответить, а мы в это время там деревья валим. Он позвонил, пришел туда и давай узнавать у меня. Я ему ответил, он тут же сел, отец Иоанн, вот как дело-то все, и улыбается. Ты доволен? Да, конечно. А опровергнуть может этот мой ответ? Никто не опровергнет. А как вы это узнали? Вот это я могу рассказать.
повторяю, у меня есть один угол и есть щеточки. А не могут ответить епископы? Не могут, повторяю, не потому что я хочу там возвыситься, просто не могут, они не знают. И не, если бы знали, они бы написали. Нигде это не написано. Но не написано, а почему вы именно так начинает на меня нападать? Потому что я не родился, а родился я, пришел и ответ дал. Это моя миссия, для этого я родился, чтобы потерять флешку. С Богом!